Всем привет, ребята! И вы на канале Санишка играем вместе. И сегодня мы с вами будем делать ожерелье из вот таких макарон. Смотрите, какое красивое ожерелье. Вы можете сделать быстро и просто. Давайте нашему тигрёше оденем его и расскажем, как же его сделать. Смотрите, для такого ожерелья вам понадобятся макароны, любые, какие вы только захотите. Главное, чтобы можно было продеть веревочку в эти макароны. Смотрите, вы можете взять обычную веревочку, но лучше всего взять такую силиконовую. Обычно такие веревочки продаются вот в таких вот наборах для бисероплетения. Мы, кстати, из этого набора уже сделали вот такие вот бусы. Это наша Санишка плела. Тут, смотрите, и рыбки, и цветочки. И еще сделали с этого набора вот такой вот браслет красивый. Тоже вот он с разноцветными тут рыбками. Вот, но сейчас мы будем делать из макарон ожерелье. Ну или можно даже браслет сделать. Давайте я вам покажу. Берете вот так вот раз, продеваете макарошки наши. Продеваете. И у нас вот, смотрите, уже получается такое небольшое ожерелье. Вот, смотрите, как легко они нанизываются. Хоп. Хоп. До этого, видите, мы брали такие вот макароны кругляшками. И тоже они очень красивые получились. Эти макарошки вы потом можете разукрасить в любой цвет, который вы только любите. И когда вы их разукрасите, они будут еще более красивее смотреться. Ну, а если придет вдруг какой-то кризис, это ожерелье можно будет разобрать, эти макароны сварить и скушать их. Смотрите, вот у нас прям такое супер модное уже ожерелье получается. Вот какое. Можно какому-нибудь уже животному надеть. Ну-ка, тигрёша. Ну, смотрите, даже тигрёша так идет. Да, тигрёша прям призадумался. Наверное, думает, какое ему лучше ожерелье выбрать, из круглых макарон или из вот таких вот длинненьких. Из длинненьких, смотрите, тоже красиво получается. И когда вы уже нанизали все макарончики наши, мы два кончика берем, вот так завязываем, чтобы ожерелье не распустилось. И все. И вот эти вот лишние кончики у нас остались, мы их просто срезаем. Чик. Убираем. Я, наверное, завязала не сильно крепко. Смотрите, нужно быть очень аккуратными. А то вот у меня прям раз и распалось все ожерелье. Сейчас быстренько его заново соберу. Тигрёша заволновался. Ну ничего страшного. Они очень быстро вновь нанизываются, эти макарошки. Оп. И все. Вот мы сейчас опять завяжем их. Просто нужно узел делать покрепче. Да, тигрёша? Смотри. Вот так вот. Раз. Подрезаем. И все. И вот такой вот у нас получается красивый браслетик. Можно куда-нибудь на ушко одеть. Вот так вот.
как украшение, или на лапку тигрёши. Смотрите, мы еще вчера были в магазине и нашли вот такие вот интересные макарошки-фиксики. Для поклонников фиксиков они очень понравятся. Давайте с вами вместе откроем и посмотрим, что там внутри и какие там макарошки. Можно, кстати, из таких вот, смотрите, тоже сделать браслет, бусики или ожерелье целое. Вот смотрите, мы их открываем. Открываем, смотрим. Видите, какие они. То есть вот, вы можете либо их сварить, либо сделать ожерелье. Вот такими вот цветочками, кружочками будет у вас красивое. Да, тигрёша, смотри. Да. Ням-ням-ням. Нет-нет-нет, ты их не ешь, не ешь, не ешь. Они же не вареные. Потом я тебе сварю, и ты их скушаешь. Только главное потом, чтобы не пукал от мучного. Давайте посмотрим следующие макарошки, которые мы купили. Здесь тоже изображен у нас фиксик. Давайте откроем. Опа. О, а здесь вот это, кстати, мои самые любимые макарошки. Бантиками. Я люблю макарошки бантиками. И люблю еще, знаете, такими ракушками. По-моему, наш тигрёша чихнул. Ты чихнул? Он нюхает, нюхает. Ты пукнул? Вау, говорит, вау. Тигрёше тоже понравились наши такие красивые макарошки. Смотрите. Еще вот такие вот. Тоже это из фиксиков. Такие интересные. И они вот такими вот маленькими, как червячками сделаны. Давайте нашему тигрёше дадим понюхать. Понюхай. Что-то тигрёша нас вдохнул. По-моему, ему больше всего понравились вот эти вот бантиками макарошки. Вот с таким вот фиксиком с красной головой. А еще мы нашли вот такую упаковочку спагетти. Ну, спагетти. Они как спагетти обычные. Ну, если хотите, я вам открою. И вы посмотрите. Просто тут упаковочка такая красивая. А так внутри, как это обычные такие макарошки. Вот, видите. Из таких макарошек вы не сплетете ни бусы, ни браслет. Надо, видите, покупать, чтобы вот именно дырочка была. Вот такие. Либо, ну, вот такие вот меленькие вам тяжело будет продевать. Либо вот такие. А вот такие вообще будет красота. Смотрите, какая дырочка тут большая. И вы быстро сплетете любое украшение. Вот такие макарошки, ребята, с вами сегодня мы открыли. Пойдем сейчас мы с Амурчиком их сварим. А вам, если понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Дальше будет еще с нами интереснее.